Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция Саратовской области напоминает, в случаях нарушения водителями временного ограничения на пользование специальным правом управления транспортным средством, нормами действующего законодательства предусмотрено привлечение их к административной ответственности по статье 17.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов или лишение специального права на срок до 1 года. Кроме того, обращаем ваше внимание на то, что передача взятки должностному лицу, в частности сотруднику полиции, в российском законодательстве является противозаконным действием, которое в зависимости от суммы взятки наказывается серьезным денежным штрафом или лишением свободы сроком от 2 до 12 лет.